Еще одну, уже третью специальную больницу для зараженных коронавирусом построили в Ухане. Здание, как и два предыдущих, было построено в рекордные сроки. Новая больница будет вмещать более 3500 пациентов. Это самая большая вместимость среди учреждений такого типа. Кроме того, власти Китая анонсировали в ближайшее время в Ухане построить еще 19 временных больниц для борьбы с новой пневмонией. А в Японии продолжается эвакуация пассажиров с карантинного лайнера Diamond Princess. И, как стало известно, это же судно уже анонсировало новый круиз. Он состоится в апреле текущего года после полной дезинфекции.